На это заседание депутаты собрались очно, прервав череду дистанционных заседаний комиссии. Собрались почти в полном составе. Пришел даже Владимир Амельченко, который крайне редко посещает думские заседания. А вот председатель Думы Олег Лавричев прийти не смог, он на больничном. Его обязанности делегировали депутату Евгению Костину. В президиуме также губернатор Глеб Никитин и его заместитель по внутренней политике Андрей Гнеушев. Кандидаты в зале ждут своей очереди. Председатель конкурсной комиссии в алфавитном порядке представляет кандидатов. Герман Карачевский читает свой доклад по заготовленным листочкам. Он отмечает общие вопросы. Необходима работа с инвесторами, контроль над дуками, запрет на повышение тарифов ЖКХ. Ситуация не только в регионе, в мире, в стране меняется, поэтому ушки быть должны на макушке. А вот следующий кандидат от КПРФ Кирилл Лазорин вспомнил известные слова земляка Козьмы Минина и уделил больше внимания конкретным проблемам. Купно заедино, то есть вместе заодно. Здесь я делаю акцент на взаимодействии всех уровней власти. Юрий Шалабаев – кандидат губернатора. Он единственный приготовил презентацию. В ней развитие Нижнего Новгорода до 2025 года. Росту инвестиций будет способствовать реализации целого ряда проектов. Среди них это редевелопмент территорий, создание IT-кластера, модернизация транспортной системы. Вопросы задавали всем кандидатам, после чего депутаты приступили к голосованию. Итог: за Германа Карачевского – 2 депутата, за Кирилла Лазорина – 4, за Юрия Шалабаева – 25. Не откладывая, новый мэр принес присягу. Первоочередные мероприятия сейчас, во-первых, подготовка бюджета на 2021 год. Он очень непростой. По причине того, что у нас есть определенные экономические трудности, которые нам приходится решать, а также по причине того, что в следующем году 800-летие, и нам нужно предусматривать в этом бюджете необходимые расходы. Сложно себе представить более жесткую и объективную проверку его способностей, чем пандемия и тот момент, в котором он стал, собственно, исполнять обязанности руководителя города. Имели уже возможность убедиться, что человек со своими обязанностями в этой части справляется. Но еще много предстоит сделать. Сегодня очень важный момент в жизни города. Наконец-то избран глава. Я считаю, что в 800 лет, ну как без главы, должно быть уже очень много планов и нужно это реализовывать. Юрия Шалабаева избрали главой Нижнего Новгорода на 5 лет. Наталья Миронова, Василий Низов. Время новостей.